В лицее номер 7 на Меньшинского разгорается неприличный скандал, возможно, с криминальными последствиями. Старшеклассница обвиняет взрослого физрука в навязчивом и слишком нескромном внимании к ученицам. Якобы педагог отправляет любовные сообщения и просит приходить их в одежде с вырезом. Сейчас школу проверяют правоохранители. Новость из рубрики «Удивительная Тува». В одном из тувинских районов трое местных жителей отправились в лес за шишками. Они рассчитывали обернуться за один день, но в итоге заблудились. Искать их пошли родственники вместе со спасателями. Нашли их уже ближе к ночи. Вывезли из тайги на снегоходах. Никто не пострадал. Последние две недели в крае появился штамм коронавируса Цербер, сообщает региональный Роспотребнадзор. А пока все чаще регистрируется разновидность ковида под названием гипогриф. Совсем новый штамм кракен пока у нас не выявлен. Несмотря на разнообразие новых устрашающих имен болезни, дополнительных ограничительных мер не требуется, говорят врачи. Всего за прошлую неделю ковидом в крае заболели около 400 человек. Подземная парковка торгово-развлекательного комплекса «Планета» теперь бесплатна только 15 минут. Потом первые 2 часа обойдутся в 100 рублей, а затем по 100 уже за каждый час. Раньше машину на теплой стоянке без оплаты можно было оставлять на пару часов. Наземная парковка все так же даром. 26 января в Доме офицеров красноярские юристы будут бесплатно консультировать горожан по вопросам гражданского, земельного, семейного, трудового права, а также по вопросам соцзащиты, выплаты пенсии и другим. Прием пройдет с 10 до 3 часов дня по адресу улица Перенсона, 20. Такие встречи будут проводиться каждый месяц, следующее 23 марта. Телефон для справок 258 18 50.